Yes, indeed. It is called Lothric, where the transitory lands of the Lords of Cinder converge. In venturing north, the pilgrims discover the truth of the old words. The fire fades, and the lords go without thrones. В темном царстве миротворца бабка мудро, без притворства, нам поведала рассказ, что в пути постигнет нас. Напыхтела много сказок, расписала кучу фразок, замок Лотрика задела, повелителей припела. Пепел, пилигрим, огонь, трон пустой, Олдрик святой, легион хранитель бездны, Йорм из скверного уезда. Все горит и пепел кружит, бабушка нас все утюжит. Не горящих предрекает, нежить проклятую хает. Про угли полслова скажет, все, создание персонажа. Назовем его Иван, ну, так, пожалуйста. Пол мужской, маленько пьян. Юный возраст, рыцарь в шлеме, даром огненным цветение. Остальное все не важно, колокол трезвонит дважды. Кладбище, могильный камень, Ваня с гробика восстанет, отряхнет от пепла тушку, щит и меч его подружки. На земле, как жар горит, надпись, что она гласит, управление камерой и другие правила. Вдруг на нас уже бежит некто, вроде инвалид, нежить проклят, в капюшоне, мы мечом его прогоним. Дальше повторится случай. Вдалеке блестит шипучий, пепельный, как мышка, лут. Флягой Эстуса зовут. Кладбище все в закоулках, можно совершить прогулку. Ящерку кристально стукнуть и не пукнуть от себя. В общем, кладбище навскидку строил дядя нам на пытку. А когда положил плитку, позабыл совсем калитку. Нежить влезла за забор и теперь творит свой вздор. Ваня рядом оказался. Так Dark Souls начинался.
Но пора и дальше топать, костерок зажечь, полопать, видом мира насладиться, флягой эстуса напиться. Скоро, коротко ли вот, на тропинке босс нас ждет. Посидели, подремали, поискали блох в кармане, наточили меч о камень, встали и пошли буянить. По пути немного тел, нервы чинит беспредел. Арбалетом вас пуляет, ножичками угрожает. Ваня рыцарь, Ваня может, нежить люлей наложит, сладенькое соберет, на арену попадет. На арене в центре круг, кто-то там сидит, наш друг. Сейчас поближе подойду, разгляжу его балду. Оказался дядька в позе, из грудины меч в липозе. На хребте, как при циррозе, отросло нечто в навозе. Осмотрелся, повздыхал, меч из сердца я достал. Сейчас пожмем друг другу руки, выпьем эстус на досуге, посидим, почешем лясы, девок вспомним распрекрасы. Побазарим о мужском, про футбол, машины, ствол. Так я думал полсекунды. Он восстал в зловещем бунте. В благодарность тот гундир чуть дубины не прибил. Это чё ж такое за чудик, судья гундир ступунт? Алебардой машет так. Ты чего творишь, дурак? Лучше я бы мимо шел, не купился на прикол. Шансов выжить было больше. А теперь прожить подольше. В общем, битва началась. Ваня в драке изловчась, отрубил гундиру что-то, превратился тот в енота. Нет, енот маленько милый, а гундир покрыт унылой кучей жидкого дерьма. Ой-ге, вот все слова. Как же это уничтожить? В репу меч воткнуть, быть может? Или тело потревожить? Может, огонек поможет? Думать времени нема. Нечто было как чума. Извивалось, било больно. Но в итоге все довольны. Меч святой с него упал. Что с ним делать, не втыкал. Надо бы прочесть писание или подождать задания. Это был наш первый босс. Поцелуемся в засос. Я девчонкам кинул клич. С пацанами жарим дичь. Все довольны, счастье рядом. У костра потремся задом. Выплеснем остаток злости, двинем дальше свои кости. Я вошел в какой-то храм. Посреди стоит мадам. Ее троны окружают, свечек воск по кругу тает. Поздороваемся с леди. Вдруг хорошие соседи. Или может что расскажет, тайну мира мне покажет. Не спеша, спокойным тоном, я проникся ее фоном и узнал, что дама в маске здесь огонь хранит в опаске. Повелители сбежали, троны нахрен не упали. Ну а я, как не горящий, должен всех вернуть, блестяще. Но знакомству все-таки рад. Преклонив колено к склад, прикоснулся к тьме ее и познал я бытие. Стал сильнее, жестче, выше, и ума прибавил крыше. Ловкости хоть отбавляй, осмотрю еще сарай. Меч гундиру пригодился, костерком я тут разжился. Всяких прочих NPC поспрашал, всем им мерси. Обнаружил бабкин склад, у нее товар отпад. Закуплю потом продукт, чтобы был у Ани фрукт. С кузнецом потру за кузню, выясню, чей меч искусней, укреплю и закалю, флягу с эстусом солью. В общем, тут я как в берлоге, можно спать как недотроги, чудиков не видно рядом и других не слышно гадов. Смело тут еще бродил, колоритный щупал тыл, посидел на троне смело,
Лудли-то узрел полтела. Но пора Ванюше в путь, повелителей вернуть. Только где искать мне их, вам поведает Систих. Телепорт костров не ясен, но удобством распрекрасен. Тронул палку в центре пламя, очутился в диораме. За стеной высокий лотрик, замок с кучей местных теток. Там гуляет взад-вперед местный колоритный сброд. Всех их надо усмирить, души с тела соскоблить, осмотреть все закоулки с целью накачать две булки. Нет, вот жили ж люди раньше, в замках пили сок оранжи, королей придворный люд. Ба, и драконоид тут. Только он слегка засох, неживой, давненько сдох. Надо бы трофейчик сладить, над камином в храм приладить. Погуляем тут маленько, подеремся с бандой шейха, сделаем портрет дракона, обнаружим вас шпиона. Зверя луком не убьешь, ты же умный, ты поймешь. Пусть сидит зверек на крыше, огонечком себе дышит. Я тихонечко трясясь, соберу блестяшек страсть и спокойно удалюсь, позже, может быть, вернусь. В темном башенном подвале на полу стоит цепями приколоченный сундук, защищенный от хапук. Если ты не тянешь тему, тут припрятана проблема. Тронешь крышку сундуку, отгрызет тебе башку. Это не простой сундук, мимиками его зовут. Школу айкидо он знает, очень больно вас пинает. А еще он может грабнуть, прожевать Ванюшин тапок, откусить пол головы. В соусе страдалец вы. Потому я с ним сражусь, сундучарой разберусь. Усмею я дебошира. А внутри найду секиру. Смело можно лес рубить, если хочешь мастерить. Всякие игрушки с деревянной стружки. Но Ванюша не досуг. В замке он придворных слуг. Будет мечиком шмонать, побрякушки собирать. Первый рыцарь нам не рад, хочет мне начистить зад. Лихо меч свой достает, сейчас на Ваню нападет. В школе Ван учился плохо, география лепеха. Но физру любил мышцой, рыцарю грозит побой. Драконоид, все беснуясь, извергает смерти струи. Ненавистью он ревет, держит в страхе весь народ. Только я к нему не шагу, хочешь жить, забудь, бродягу. Лучше мир держать в уме, чем сражаться на войне. В темном царстве недостроя бандюганы ждут героя. Хочут все его ограбить, душу вынуть, дух ослабить. В этом замке тут и там страх таится по углам. Берегись неясных тел, если выжить захотел. Факелом свети повсюду, изгоняй врагов за муту. Держи ухо на востро, чтоб добраться до костров. Кто сказал, что щит отстой? В том девайсе наш герой знает, кто искусство боя выведет тебя из строя. Кто твердит, что щит не нужен? Если ты с умишком дружен, отпарировал удар, забирай свой гонорар. Нежить всюду одолела. Лезут наглые по стенам, поджидают за углом и кишат со всех сторон. Наш Ванюша из носка сделал чудо игрока. Он теперь его хиляет и почти что не воняет. Архитектор зама Лотрик был слегка поддат, как плотник. Он по крышам проложил в самый в нижний путь в Тагил. Чтоб по крышам погулять, черепицу потоптать. Разогнать бомжей тусню, закидать вон ту брехню. На пути я встретил дядю, у него копье в порядке.
а в другой руке щиток, не пробить его в носок. Тактика известна боя, нужно нам сражаться стоя. Ждать, пока он налажает, чек стамины помогает. Выгадать момент атаки, сделать выпад в ходе драки, рубануть со всей силой, дядя отошел в могилу. Вдоль фонтана ходит малый, я его башка мотала. Он немного пухловат, беспардонно нагловат. За спиной хлопочут крылья, я слегка залив в бессилии. Алебардой угрожает, Ваню ужасом пугает. Но смелей Ивана нету. Бросил во врага котлету, хотел стрельнуть пару раз, получил статок отказ. Значит, буду бить в упор, пока не пройдет запор. Навалюсь на тушку смело и бэкстап подхожу умело. После стукну пару раз, дяденька поймал экстаз. Ване капнуло в бюджет, душ на храмовый фуршет. Я дошел до бабки в зале. Запах тут горячей стали. Она в кресле выседает, Ване в мозг мыслю внедряет. Что ж, давайте постоим, вежливо поговорим. Вникнем, что она втыкает и о чем нам рассуждает. Почему сидит живая и о чем молчит, скучая. Заберем прощальный флаг, блюгвард с лазурный знак. Попрощаемся с бабулей и на выход с вестибюля. По пути обшарим местность, впереди ждет неизвестность. Только вороны кружат, путь ворота сторожат. Очень подозрительно, когда так умилительно. Лучше я готовлюсь к бою. Вдруг кто выскочит за воя? Ладно, к бою я готов. Отворяй врата миров. Выпускай меня наружу, повелителей мне нужно. Ну как знал, такая срань вышла из пурги, хоть бань. В смысле, ты хоть стой, хоть падай. Так тот зверь разит прохладой. Бронированный индюк, изо льда пурги и вьюг. Да еще и с Моргенштерном будет бой, закономерно. Твою мать. Ворд ХД не очень теплый. Если мозг у вас растоплен и на улице жара, он остудит на ура. Ну а если вы хотите, ворда на цепь посадите. Будет сторожить ваш дом, надо приручить потом. А пока его лицо надо превратить в яйцо. Расхерачить скорлупу, выдрать душу как клопу. Дело сделано. Костер, небо дальний Локи взор, тянет нас вперед в лечение, Ваню ждет там приключения.
Я, конечно, сильно рад увеличивать свой взгляд, но бинокль в ту эпоху, сомневаюсь насчет дат. Ну да ладно, все придирки, может у меня в башке три дырки. Дали оптику, смотри, пятикратно зри миры. Посмотрев на зум-простор, я подметил статус гор, разглядел внизу лесок, рухнул мост наискосок. Мне б подзорную трубу, я бы увидел марабу, или кто по лесу бродит, что творится на природе. Все, закончили смотреть, надо флаг поднять и спеть. Ваня хочет вон туда, хоть и ждет его беда. Только я поднял свой флаг, на площадку вылез враг. Весь в крови, леталкой машет, но меня он не дамажит. Взял под белое крыло, жаль не прихватил седло, и понес куда-то вдаль, вдруг на кинофестиваль. Нет, напрасно ожидал, неоправданно мечтал. Это снова дикий край, нежить, чтоб ее в хентай. Ну а чего вы, собственно, ждали? Без огня весь мир в печали. Ваню выбрали решать, так и быть, пойду внушать. Ох, я чудо так устал, в храм сходить момент настал. Посмотреть на тетю снизу, вдруг она воздаст капризу. И позволит из нее выпить силу, ё-моё.